скажите что-нибудь про звук от PlayStation, потому что я сейчас пока не могу понять. Ну ничего, звук есть. Красота. О. Не, ну Альфа, конечно, может. Вот эту тачку. Вот это телега. С мигалкой. Ну и получается, чё? Получается... На, ух. О, доброе утро, там, добрый день. А у меня, говорит, уже вечер. А я, говорит, с Владивостока. Или сама рано, но... Так получилось. Надо... Догоняем. Хорош. Лоб, да. Подожди, сейчас я его так сзади догоню, так... Завтра, как и обещал... Сегодня на стрим приходил Чиканок Стар и сказал, что завтра у меня тоже будет такой же, я в принципе... Окей. Что делать? Куда ехать? Чем я скушевательнее. Я, знаешь, я переживаю только за одно, лишь бы ты, блин, не лопнул. Так, в гараж. Гараж. Разворот, поворот, все, полетим. Ой. Нифига себе. Слушай, для того, что эта машина полноприводная, квадро, это прям она четко. Все. Нажимаем карту. А здесь у нас что творится? Здесь у нас... Главное, я переживаю только за пищеварение. Так, где мне нужно прыгнуть? Красота. Поехали. Опа! Теперь просто опять берем... Вот эту вот тачку и опять туда. Опа! О, чё, видишь как, если бы так с тобой, да, а теперь возьми другую, да, слушай, вот тут прям Audi какая-то вылетела, откуда она взялась, классно, у нее был, в некоторые моменты вот этот биточек был звук. На, как в Майами, да, такое что-то было, но по большому счету я думаю, это круто, потому что это что-то другое, чем ну, как вот все сейчас вот эти стримеры заняты вот этим одним и тем же играют, 5-6 человек сейчас стрим запустили, красота. Ура! Ну, блин, правую фару разбил, ну ладно. Так, я у вас там посидел на стриме, вообще весело, игрушка мне очень понравилась, прикольно. Драйвер играет в игру драйвер, дожились. О, халапенька, здравствуй. Тебя тоже забегал на 5 минут, но потому что последний раз у тебя видел на подкасте у Фадея, но игрушки, конечно, страшные там происходят, как бы, ну это не совсем мое. Ну просто я бы сам в это не играл, но хотя бы могу зайти к тебе в гости и посмотреть. Надеюсь, благодарю, что зашел. Брату твоему тоже подписочку оставил. Очень приятно, очень. Ой. Сейчас мне Audi, наверное, раскрошится. После стрима зайду, обязательно оставлю подписочку там. Обязательно сделаю. Так что... не догнал. Сорян. Да, Чиканок Стар Супер вам напоминаю, если кто-то зашел, уже написал комментарий, ну, прожмите, в принципе, это все абсолютно бесплатно, общение, сейчас мы вот так вот, бам, вот так тебе, на тебе еще раз, блин, мне вот жалко вот этих вот людей на тротуаре, это не Давид, ты что творишь-то, а? Я так понимаю, ты немецкий хорошо знаешь, ну, амбисин, конечно, хорошо. Так, стоять. А вот про Чиканокса Супер и про меня в Фаде геймплей не сказал. Но сказал ворот. Конечно, нормально. Все супер. У меня много лет PlayStation стояло, собирал пыль. И теперь я решил поиграть, вспомнить, как, чего и почему. Так, ну все, полетели. Сейчас мы это... Ну-ка. Он уже собрался от меня уходить. Никаких. Я просто написал тебе и все. Он так получилось, я не знаю. А так, в принципе, вот следующие пару дней точно 1-2 стрима будет. А потом уже в понедельник, вторник еще одна небольшая серия про движение.
пока не буду смотреть. Упс. Вот, упс. Вот так вот бывает. Оба, мне еще успею, нет? Я... Поздравьте, поздравьте. Я первое место. Вот сзади флаг висит. Вон там. Вот там. Так, круто. Кстати, виноминич на флейте фигачу. Кстати, пазл. Пазл вот этот будет дальше идти. Будем дальше проходить. Обязательно. Сейчас мне нужно удаляться. Нужно завтра на работу. Это было...